Продолжит наш выпуск новая рубрика «Город глазами молодежи». Материалы для нее будут снимать представители староскольских студенческих медиа-центров. Все, что интересно и важно юношам и девушкам, живущим на территории округа, они смогут обсудить в эфире 9 канала. Вашему вниманию первый репортаж о работе студентов-спасателей. Староскол Белгородской области – рекордсмен по количеству пляжей. У нас их 12. Ежедневно на каждом из них работают спасатели, в том числе и студенты. Это добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В течение года они проходили подготовку для работы матросами-спасателями, изучение теории, отработка действий в бассейне, на пляжах. Финальными стали занятия на базе МЧС России по Белгородской области, после чего каждый успешно сдал экзамен. А лето для них время применить знания на практике. Поэтому вместо заслуженного отдыха эти ребята выбрали службу. На сегодняшний день на староскольских пляжах работают 9 студентов-спасателей, еще 5 на водоемах области. Опыт показывает за 2 года работы, что очень востребованы наши ребята, поэтому мы будем увеличивать и наращивать наше присутствие на пляжах региона. Также есть большие запросы баз отдыха, как по Белгородской области, так и Краснодарский край и Республика Крым. Но пока еще не хватает у нас добровольцев, чтобы закрыть все эти потребности. Будем набирать еще, обучать, готовить. Кстати, Белгородское отделение располагается не в областном центре, а у нас в Старом Осколе на улице Ленина, на базе филиала МГРИ, где совершенно бесплатно уже 2 года студентов обучают азам спасательного дела и обучают успешно. На счету второкурсника Михаила Ярового уже есть 1 спасенная жизнь. Это был уже ближе к вечеру, часов 6 часов. Девочка отошла чуть дальше от берега, метров 5. Провалилась в яму. В связи с рельефом дна тут ям очень много. После того, как она начала тонуть, мама девочки бросилась на помощь, но подплыли мы вместе уже. Вытащили и все. Там уже, я не знаю, там под водой все проходило. Наделалась легким испугом, толком воды чуть-чуть похлебалась, а так откачивать не пришлось, слава богу. Михаила уже сейчас взяли на работу в Староскольское управление ГО ИЧС сезонным спасателем. Сегодня его дежурство проходит на пляже Весенний. Погода хмурая, отдыхающих нет, но это не повод бездельничать самим. В такие дни ребята оттачивают полученные знания, доводя свои действия до автоматизма. Говорят, пригодится. Пока об этом пляже мало кто знает, и сюда в день могут прийти, наверное, порядка 50 человек. В основном все дежурства наши проходят спокойно, без происшествий. Но бывает и такое, когда люди сильно или дети балуются, или пьяные в воду залазят, тогда уже, естественно, трудно. Но трудности ребята не боятся. Дежурят по сменам. Без присмотра этот пляж не остается ни на минуту. К началу учебного года их работа будет завершена, но многие готовы продолжить дежурство следующим летом. И да, если вы студент и у вас есть желание стать добровольцем Белгородского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, это осуществимо. Телефон в Старом Осколе 8-904-092-66-98. А также можно обратиться в официальную группу во ВКонтакте.